Девочки, доброе утро. Как я вам и обещала, обзор кастрюли, которую я заказала сестре после сотейника. Вот такой буклет прилагается. Ну, тоже крышечка. Вот посмотрите, все как оригинально, хорошо все запаковано. Не стыдно подарить, показать, распаковать. Вот. И вот она сама кастрюля. Это уже объем 3,4 литра, чтобы было понятно. А дно, кстати, имейте в виду, толщина дна 6 миллиметров. Ну, вот. Можно для индукции, для газа, да, для всех видов всего. Всего. Посмотрите, какая вот она блестящая, красивая. Деление. Угу. И ручки специальные, которые не нагреваются, очень такие серьезные, хороший материал. Ну и вот посмотрите, насколько крышка плотная, эстетично. Сейчас мы покажем, как сидит крышка. В специальном чехле. Да, стекло вот ровное. Этот отверстие для выхода пара. Вот. Очень, ну и еще множество характеристик у этих кастрюль. Они за 15 минут до уже приготовления их можно выключать. Они еще горячие, то есть пища продолжает готовиться. То есть это еще и экономия, и получается, все питательные элементы сохраняются. Девочки, какая приятная у крышечки вот этот носик, как он приятно тактильно вообще, очень. То ли прорезиненный, то ли какой. Даже не будет нагреваться. Очень все качественно сделано. Ручки — это пластик бакелит. Кто знает, тот поймет. Очень классный, нужно брать. А как это красиво будет смотреться, весь набор. У нас же еще и сковорода, сотейник, кастрюля и больше. Вот, посмотрите, вот такой набор можно собрать для серьезного подарка. Какой-нибудь юбилей, еще раз повторюсь, на свадьбу. Так что все, всем спасибо.